вот уже четверть века нашу историю рисуют в основном дегтем и сажей. Люди, воспитанные на черных легендах, поневоле будут видеть свою страну в черном цвете. А значит, скорее всего, будут действовать так, чтобы она действительно стала черной. С другой стороны, нам не нужна и сплошная лакировка, просто потому что она рано или поздно вызывает обратный эффект, то есть массовое недоверие. Все, что нам нужно, это знать правду о самих себе. Правда, как правило, вообще очень полезная штука во всех отношениях. И то, что государство теперь намерено проверять соответствие учебников истории, исторических фильмов и прочих публикаций реальному положению дел, это, несомненно, очень полезно для нас, для всех. Поскольку вообще свобода слова проистекает из того, что каждый человек вправе узнавать то, что нужно ему для принятия решений. Если ему подсовывают ложь под предлогом свободы слова, это значит, что его решения будут неверные. Поэтому свобода слова должна быть свободой правды, а не свободой лжи.